молодые и стремительные Татьяна Навка и Марат Башаров. Подобрал Илья Вербух, а мы с Таней жалкие исполнители этого Папы Карла. Нам не дают морковку. Идем. Посмотрел. Татьяна инициативнее в юмористической программе. Это все пук, 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 пук. Сейчас я уже имею некое слово, чтобы сказать: Таня, это не смешно. Это очень серьезно. Вот давай сделаем так, и будет чуть-чуть посмешнее. Ваша тренировка — это просто пуд смеха вообще нескончаемый. Я каюсь, забираю свои слова обратно. Мы придумали гораздо лучшее, чем я предлагал Стане. До свидания, извините. Алло, мамуль, это я. Я? Почему так дышу? Да мы тут с Таней. Нет, звезды на льду. Хорошо, мамуль, приеду домой, все постираю. Пока. Вопрос к вам. С точки зрения юмориста, какие недочеты были в номере у ребят? Или все было супер? Я не понял, почему ко мне... А почему, с недочетами? Я что, мало поставил? 5-9, 5-9 я поставил. Так, высшая оценка 6-0. Давай переделаем. А самый смешной момент какой был? Самый смешной момент в номере? Самый смешной момент в номере, что после того, как мы выставили оценки, никто из них к нам не подъехал, не поблагодарил. Все еще впереди, Ян. Все еще впереди. Ну, впереди мы так тогда и будем ставить. Не 6-0, а 5-9. А если бы сейчас поставили 6-0, все закончилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ян, спасибо. Героев вам нравится больше, заяц или волк? Мне нравится хрюшка, которая лежит на пляже, у которой очень много купальников. Мне нравится заяц, конечно. Чем плохой зайчик? Смотрите, какой. Вот такой хвостик симпатичный, видите? А мне нравится ваш заяц и ваш волк. Поздравляю вас. Спасибо большое.